Давай, Карл, жми. Оно нас догонит. Очень быстро несется в этом выпуске. С ума сойти. Решение держаться подальше от Вортекса 2 оказалось наихудшим сценарием. Я не виноват. Я этого даже не замышлял. Решение было нам навязано. Смотрите туда, в направлении 1. Торнадо повсюду. Вот оно, смотрите, какая колонна. Поразительно. Едем. Прямо над нами. Крис, запускай. Эти зонды должны попасть внутрь торнадо. Запускай, Крис. Рид Тиммер, метеоролог-экстремал. Тим Самарас, специалист по суровой погоде. Шон Кейси, съемки по системе IMAX. Торнадо перед нами, идет прямо на нас. В погоне за ураганом. Норт Плэт, Небраска. Парни, Шон, привет, здорово. Мне сейчас звонил Джош Вурман. Он обещал всех нас взять за горло. Он взбешен, на видео есть кадр, как Тиф минует наши машины. Теперь, боюсь, полетят оплеухи. Мы видели вас по интернету. Знаю. Очень плохо. Люди теперь будут путать вашу и нашу команду. Джош надеется найти финансирование для нашего фильма на IMAX. И раз мы такие безответственные, как он будет выглядеть? Я понимаю. Если мы не будем ему помогать, то он откажется, и фильма совсем не будет. В общем, надо держаться за 100 километров от остальных. Мы ни в коем случае не будем на том же шторме, что и они. А если в тот день возникнет только один шторм, мы пролетаем. На этом шторме нас не будет. Точка. Не понимаю. Так нечестно. Выбирать не приходится. Если мы хотим денег под фильм, я должен подчиняться. И я должен держаться за 100 километров от Вортекса 2. Поконим. Ладно. Букер, Техас. Мы снова ухитрились выйти вперед. Кажется, начинает сгущаться. Начнет формироваться воронка. Надо бы завершить сезон с треском. Да, вон там будет торнадо. Образуется торнадо. Видно формирование воронки. Увидеть торнадо — это уже фантастика. А непосредственно измерить — это невозможная удача. Есть воронка. Торнадо. Подтверждаю. На земле торнадо. Обещает быть свирепым. М3, как у вас? Веди нас, мы ждем тебя. Найди получше место развернуться. Мы остановимся здесь. Вы посмотрите. Оно прямо там. Большое торнадо. Вот оно. Огромный конус. Смотрите. И нет никого. Мы единственные здесь, на восток от него. В 400 километрах от Вистер-Пьер, Южная Дакота. Привет. Что там, как у вас? Как дела? Все прекрасно. Полная нагрузка. Мы уже все готовим. Мы решили пересидеть сегодняшнюю погоню. У нас другие приоритеты. Надо поправить нашу оснастку перед концом сезона. Алло, где врачи? Мне нужна скорая помощь, срочно. Торнадо в городе Язу стало поворотной точкой в моей карьере. Увидев человеческие жертвы при разрушениях от торнадо, мы еще больше хотим улучшить время предупреждения о торнадо в угрожаемых городах. В общем, вместо экстремального видео мы занялись реальной наукой. Сколько зондов в рабочем состоянии? У нас уже готово 9. Ясно. То, что мы делаем с пневматической пушкой, напоминает фильм «Твистер». Но мы будем стрелять зондами в воронку, чтобы измерить температуру, влажность и давление в ней. На нашем компьютере мы сможем увидеть все ваши действия. Сколько зондов запустили, какие и, возможно, куда запустили. Вы реально увидите, как они будут лететь в торнадо? Надеемся.
Если мы сможем запускать зонды в торнадо с помощью нашей пушки, то получим трехмерный магниторезонансный образ нужных величин в реальном времени, чего еще никогда пока не удавалось. Мы готовы. Мы все проверили, я вполне уверен, что все сможет работать. Хорошо. Думаю, способность Рида мыслить вне рамок, находить новое, что еще не делалось, рано или поздно даст ценные данные, которые старыми способами получить не удавалось. Этого никогда еще никто не делал. Вот главное. Это станет прорывом. И хорошо, если мы сможем вписаться. Это позволит пойти дальше. Букер, Техас. Здесь становится опасно. Циркуляция приближается. Надо идти к востоку. Давайте на восток. Идет сюда. Приближается. Уже там. Оно пройдет над нами. Уже сейчас поворачивает. Крутим, парни. Действуем. Мы оказались в этой циркуляции. Мы полностью окружены дождем. Надвигается сильный ветер. Эта штука приближается. Поворачиваем на восток. В этой ситуации, когда торнадо буквально гонится за нами, я вверяю нашу безопасность в руки Тима. Машины где? Вы находитесь поблизости? М3, движемся на восток. Подъезжайте, держитесь рядом. Я его не вижу. Кажется, оно ушло. Зато зонд, кажется, втянуло. Это хорошо. А у вас там что? Мы прямо за вами. Хорошо. Вы все прекрасно едете. Отлично. Всегда рискованно делать измерения такого опасного явления. Нас несколько раз отталкивало краем этой циркуляции. Я внимательно слежу за факторами безопасности. И дело не во мне, а в Карле, Мэтте, Тони. И хотя наш зонд не достиг цели, вернуться целыми домой — это большое достижение. Три дня спустя. Вичита, Канзас. Я надеваю галстук на похороны, свадьбы и встречи. Сегодня встреча. Я встречаюсь с советом директоров. Буду обсуждать наши полевые исследования. Значит, пропущу день погони, а сегодня день как раз привлекательный. Твистекс обойдется без меня. Старшим группы в мое отсутствие я назначил Карла. Я бы предпочел вместе с парнями гоняться за торнадо. Но есть и другие обязанности. Скажем, эта встреча тоже моя обязанность. Весьма неприятно, что меня не будет. Это первый такой случай, и я очень переживаю за их безопасность. Мне неловко. Лучше бы я был вместе с ними. Все сегодняшние штормы идут на север со скоростью 65, 80, 90 км в час. Предупреждения о торнадо охватили всю Южную Дакоту и до выступа штата Небраска. 480 километров от Тима Лексингтона, Небраска. Тима нет, я занял его место. Это немалая ответственность. День будет нелегкий. Мы не сможем выбрать отдельную ячейку и преследовать только ее. Штормы развиваются во многих местах. Без Тима будет напряженно. За торнадо наблюдают везде, вплоть до границы Северной Дакоты. Понял? Тима сегодня нет, придется быть поосторожнее, держаться от торнадо подальше, а не так, как было на днях. Шторм ушел на запад, направляется к северо-западной границе. Если мы будем держаться этой границы, то увидим много торнадо. Мы уже на месте. Шторм движется на север. Если ехать на запад, мы его перехватим, поскольку при своем движении он будет в нашей окрестности. Вероятно, мы его перехватим, пересекая Байсон. Обычно мое место сзади. Сегодня я впереди, как штурман. Возможно, сегодня будет великий день. Надеюсь, я буду принимать правильные решения. Шторм, который мы выбрали, движется к этой области бездорожья, волчьей танцплощадки. И, пожалуй, будет круто. Вот этого мы делать и не хотели. Но мы будем к западу от Миссури и надеемся иметь выход в интернет. К западу от Миссури огромная индейская резервация. Мы в зоне горы Тайм. Понял. Здесь плохо передаются данные, плохо работают мобильники, и все чувствуют себя неуютно.
Это очень любопытно. Мы сейчас попадаем в туман. Полностью теряется видимость. Туманная отмель. Это меня беспокоит. Интересно, похоже, туман притягивает к шторму. Да, становится жутковато. Этот шторм выглядит весьма зловещим. Хотя туман говорит о застое воздуха, а застойный воздух — смерть для торнадо. Но здесь торнадо может появиться в любую минуту. Сейчас мы в сумеречной зоне. Который день сегодня? Тут все закрыто. Было сообщение, есть крупный торнадо к северу от Байсона. Боже, очень близко. Надо здесь быть осторожнее. Да. Господи. С этим надо очень аккуратно. Никого вокруг, все закрыто, туман. Это страшно. У меня что-то с GPS. По каким-то причинам М1 лишилась GPS-связи. На самом деле, в М3 у нас то же самое. И в М2. Мы тоже без GPS. Нам нужен все время поток информации, нужен интернет. Если его нет, и GPS тоже не работает, значит, мы оперируем вслепую. Нет мобильных телефонов, нет GPS, нет данных, интернета. А без радара совсем трудно. Здесь, вероятно, есть большой торнадо. Мы будем выслеживать торнадо в тумане. Это глупо. Черт. Что такое? Друзья, вот наше торнадо. Боже, кажется, оно идет на нас. Давай, Карл, жми на газ. В погоне за ураганом. В погоне за ураганом. Байсон, Южная Дакота. Было сообщение, есть крупный торнадо к северу от Байсона. Боже, очень близко. Надо здесь быть осторожнее. Да. Нет мобильных телефонов, нет GPS, нет данных, интернета. А без радара совсем трудно. Выслеживать торнадо в тумане – это глупо. Есть визуальный контакт. Когда нет Тима, все шишки идут на меня. А сегодня день необычный. Мы можем ожидать новой трудности. Сила нарастает. Да. Что мы видим? Оно большое. Я что-нибудь вижу? Что это? Друзья, это ваше торнадо. Вот черт. Хорошо, и какое мощное торнадо. Отлично. Боже, какая сила. Только посмотрите. И уже началось вращение. Вся эта масса стала вращаться. Это надо брать. В это невозможно поверить. Но сначала подумаем, а вдруг оно нас прихватит? Может, повернем? Так для нас безопаснее. Он может направиться к нам. Только посмотрите на это торнадо. Предупреждение торнадо охватило всю Южную Дакоту и даже выступ Небраски. Защищайте себя, потому что это опасная ситуация. Любая из этих ячеек способна вырасти в торнадо. Броадвоток, Небраска. Это последнее сканирование? Да. Вот здесь встречаемся. Нам повезло сегодня. Есть пара областей, где штормы предвещают торнадо. Одна на севере, но ею занимается Вортекс. И одна здесь. Это у нас. Мы не будем друг другу мешать, и это очень хорошо. «125 километров от мобильной единицы Шона, Вортекс-2. Мне опять нужна эта карта. Есть подходящий шторм. Он второй на очереди, с юга. Джош? Привет. Полагаю, вы где-то к югу от Мезо. Так? Мы на 385-м у Бриджпорта. Повтори еще раз. Мы едем к Бриджпорту. Понятно. А у нас новый объект, как нам кажется. Знаешь, притормози.
Мы будем действовать на юге, чтобы не встречаться. Почему бы вам не поехать на север? Большинство штормов в Южной Дакоте неудобные. Здесь недостаточно дорог. Ясно. Удачи и осторожней. Итак, Vortex 2 отправляется к этому шторму. Странно, почему они не там. Я был уверен, что Джош собирался в Южную Дакоту, где главные события. А оказалось, его несет сюда, и мы должны подвинуться. Неужели они не отправились на север? И куда нам теперь? Никуда. Никуда? Ясно. Брэндон? Да. Что сделал бы Джордж Вашингтон? Разгар зимы, солдаты голодают, упадок духа. Что он сделал? Помирился со всеми врагами. Он перешел Делавэр. Это в корне изменило войну за революцию. Вы посмотрите, не хотите отправиться за этим? Шон увидел небольшую штормовую ячейку километров 150 к югу. Ты думаешь, шансы, что там возникнет торнадо, 1 к 50? Едем. Едем. Развернемся и уедем отсюда. Раз возникают новые ограничения, придется отправиться к последнему шторму в очереди, к хвостовому Чарли. Я не жду ничего от этого шторма, но если есть справедливость, то он должен помочь. Дела у нас неважные, но мы все выдержим. Должен быть выход. Я знаю, что мы это сможем. 370 километров от Майлсвилля, Южная Дакота. Крис, ты доволен? Да. Заставим эту штуку опять поработать. А ты, Джоэл? Всегда. Знаете, настал наш день. Это должно случиться. Есть предупреждение о торнадо. Оно касается и наших ячеек. Успех всей миссии лег на мои плечи. От меня же зависит Гиперион. Они свое дело сделали, погрузили оборудование в машину, и оно может быть пущено в дело. Остальное зависит от меня. Мы должны оказаться внутри торнадо. Мы его нагоним в течение часа. Шторм идет на север. Скорость 100 км в час. Ты только выведи нас туда. 200 километров к северу от Байсона, Южная Дакота. Я не знаю, нам следует угадать, какую траекторию он изберет. Кажется, сейчас немного на северо-запад. Движется быстро, нам нужно быть поосторожней. Идет прямо на нас. Будь здесь Тим, он бы предпочел безопасность науки. А мне кажется, что Карл излишне заводится. Суть не в том, что у Тима на уме. Хотя он и сказал, не берите в голову. Надо поворачивать. Он движется, пожалуй, к северу. Поворачивай. Давай, сейчас. Мы запускаем два зонда. Они принесут погодные данные и видео. Давайте пока один зонд. Шторм быстро стремится к нам. Времени у нас остается немного. Ну, пошел. Живее. Запустили? Да, уходим. Пора убираться. Пошел, пошел. Давай на север. Шторм тоже движется на север. Несется, то есть поворачивает к нам. Прямо позади нас, точно за нами. Уже на вершине холма. Я уж не знаю. Чертовски близко. Ясно. Карл движется. Давай выпустим еще один. Карл, мы попадем в ловушку. Уходим. Дай одну секунду. Оно слишком быстрое. Сейчас только запустим. Пошел. Конечно, Карл хочет показать себя Тиму, но надо уже убираться отсюда, иначе кто-то пострадает. Карл, мы окажемся в ловушке. Уходим, уходим, скорее. Карл, я умоляю. Прошу, он уже рядом. В погоне за ураганом. В погоне за ураганом. Байсон, Южная Дакота. Карл, мы окажемся в ловушке. Да, уходим. Скорее. Карл, умоляю. Прошу, он уже рядом. Торнадо по-прежнему у земли, парни.
Карл, жми на газ. Его скорость больше 80 км в час. Не тормози. У нас уже есть другое торнадо. Большое, коническое. Да вот же оно. Внимание, к северу зарождается торнадо. У нас есть любые торнадо. Мы попали в плохое место. Нет пути на восток или запад. Мы в ловушке. Одно торнадо гонится за нами, и еще одно прямо перед нами. Сейчас мы влипли. Нам некуда деваться. Коническое торнадо. Оно переходит в конус. И сейчас пересекает дорогу. Мы ждем одного с юга, и еще одно у нас с севера. Эта штука от нас не отстает. Держится позади. 600 километров от Огалалы, Небраска. Мы въехали в шторм. Предупреждений о торнадо не было. Мы не видим сильного движения. Ничего не видно. Посмотри туда. В направлении 1. Эта игра в кошки-мышки с Вортексом 2 стала надоедать. Надеюсь, этот шторм Вагалала принесет нам желанный прорыв. Мы его не выбирали. Шторм сам нас выбрал. Спасибо, V2. Он нас дразнит. Да. Пока краткосрочная торнадо, ничего существенного, что можно было использовать. Думаю, главная циркуляция все еще к северу от дороги, только не показывается. 115 километров от мобильной единицы Vortex-2. Это нам не годится. Мы подумываем о том, что дальше к югу. Чисто теоретически, может поехать на юг, чтобы быть поближе. Там все выглядит немного реальней. Алло? Мы решили выбрать области вокруг Огалалы и южнее. Ладно. Сейчас мы направляемся туда. Назови время, за сколько вы сюда доберетесь? Хорошо. Спасибо за указание. Ребятам это не понравится. У нас есть 10 минут уладить наши дела со штормом. Vortex 2 направляется сюда. Нет. Мы первые вышли на этот шторм, так что нечего им уступать. Нам приказано держаться подальше от Vortex 2. Я знал, что это будет наихудший сценарий. Мы у шторма, который обещает немало, и Vortex решил им тоже заняться. Пусть мы первые, но мы делаем ноги. Нельзя. Мы же здесь первые. Ничего не остается. Еще 10 минут, и Vortex испортит нам вечеринку. Дорога каждая секунда. Пусть шторм выпустит торнадо раньше, чем здесь окажется Джош. Давай же, дорогуша. Давай, торнадо. Пока Джош сюда не явился, я прошу. Пожалуйста. Мы продолжаем прерывать программу. Есть новая информация для обсуждения. Необычайно большое и, возможно, опасное торнадо уже у земли к юго-западу от Фейта. Фейту окажется в самом центре этого шторма. 8 километров от Фейта, Южная Дакота. Он приближается необычайно быстро, и есть сообщение о торнадо. Крис, может, включишь переопрессовку системы? Проверишь, что она еще действует. Ладно, не давите на кнопки. Сейчас сообщили торнадо к юго-востоку от нас. Минут через 5 мы его увидим. Пушка заряжена, давление растет. Все заведены и готовы к действию. Превосходный сценарий. Если мы успеем к шторму, то запросто его перехватим. Дорожная сеть должна быть в полном порядке. Наш зонд должен быть выпущен и должен оказаться в торнадо. Торнадо на западе пробудет у земли 3 минуты, как и 3 минуты назад. Торнадо несутся очень быстро, перехватить их будет трудно. Если оно нас опередит, то мы уже ничего не сможем. Что это? Огромное торнадо, огромное! Надо как-то пробраться на запад, и мы окажемся перед ним. Вас понял. План таков. Гиперион идет следом за машиной, запуск зондов по радиосвязи через блоки GPS. Мы должны идти сразу или можно задержаться? Задержимся. Нам придется притормозить. Нам еще ехать 8 минут. Надо успеть, пока оно не пересекло дорогу. Огромная штука. Да.
96 километров от Байсона, Южная Дакота. Огромная торнадо. Еще одно от нас на юг. Здесь торнадо куда ни ткни. Еще одно огромное прямо перед нами. Надо будет пройти между ними. Давай остановимся. Надо посмотреть. Карл, стоп. Оно там. Пересекает дорогу. Знаю. Оно все еще там. Все еще у земли. Итак, есть торнадо от нас к северу и очень большое, чертовски страшное. Возможно, оно пройдет рядом с зондом. Едем. Хватит. Итак, вот оно. Посмотрите, какая колонна. Восхитительно. Видите? Едем. Посмотрите, вон туда. Ладно, можно трогаться. Давай, пошел. Здесь повсюду торнадо. Они все пересекают на запад. Боже! Торнадо по-прежнему у земли. Все еще на земле. Нам некуда деваться. Одно нас преследует с юга, другое на севере. Выбраться нельзя. Главное торнадо уже поднимается. Рассеивается. Ладно. Одного уже нет? Теперь другое на западе. Я в жизни не испытывал ничего подобного. Надо бы вернуться за зондами. Да, просто не верится. Мы вернемся за зондами, а потом уберемся отсюда. Боже, вот это было здорово. Огалала Небраска. Нечего думать. В любую минуту может что-то еще случиться. Не буду нарушать приказ о 100-километровой дистанции. Но я не покину этот шторм, полностью не уверившись, что Vortex-2 выйдет на него. Нам ехать дальше? Может, еще 1-1.5 километра. Шон, скажи. Если ты так хочешь, то едем. Время настало. Вот вам, оказались между скалой и утесом. Продолжайте, Доу-7. Съезжаю с этой дороги. Думаю, и эта дорога вполне пригодна. Это Вурман. Внимание, Джош Вурман в нашем доме. Все, кто в пределах радара, прошу немедленно определиться с целями. Вас понял. Посмотрим, что можно сделать. Мы уже слышим Vortex-2 и Джоша по радио. Они запускают зонды в этот шторм. Разворачиваемся. В чем дело? Уходим на восток. Подъезжайте, развернитесь и прямиком на восток. Хотя страшно, не хочется, но мы срочно уходим от Доджа. Доу-7, я... Разворачиваемся. Почему мы должны бросать этот шторм? Мы приехали первые. Ты не слышал, о чем я тут все время толдычу? Мы с Мэттом обещали Шону 3 перехвата в сезоне. Как я сдержу слово, если Вортекс вечно гонит нас прочь? Они могут задержаться, пока мы определяемся, где наш объект. Мы просто должны их избегать. Если они нас увидят, то будет беде. 512 километров от Фейта, Южная Дакота. Вот, есть превосходная воронка до самой земли. Она в 20 километрах на западе. Постарайтесь успеть. Главное оказаться у места втягивания. Движение в ней невероятное. Давайте 3 километра на запад. У вас еще 0.5 километра. Мы в хорошей позиции, да. Не вижу, потому что это дорога. Неважно, мы в хорошей форме. Есть, идет сюда. Мы справимся. Как она опускается? Справимся. По крайней мере, запустим в нее пару зондов. Через секунду мы выпустим парочку. Выстреливать зонды в торнадо оказалось куда сложнее, чем казалось. Ловите ветер посильнее. Тогда скажи, когда. Чтобы зонд с парашютом попал внутрь торнадо, он должен оказаться в восходящем потоке. Если торнадо движется на север, это значит в левой передней части торнадо. Если зонд попадет в этот поток, то его потянет вовнутрь воронки. Что сделаем на этот раз? Давай чуть выждем. Если выпустить зонд в другой точке, можно попасть в так называемый нисходящий поток у заднего фланга. Мы должны поймать большой ветер. Подождем. Выстреливай один, Крис. Стреляй, как раз сильный попутный ветер. Вперед. Вот он.
Как раз восходящий поток. Выжди немного. Пуск! Пуск! Давай! Полетел. Где он? Упал на землю. Заболтали все это дело. Можно повторить. Пуск! И где он теперь? Не знаю. Могу повторить. Повтори. Да. Погоди. Стоп, стоп. Джоэл, нам на север. Оно уходит на север. Наши зонды выбросило на землю из-за этого нисходящего потока. Надо было выпускать их поближе к воронке. Сколько еще осталось? Должно остаться два. Черт, это плохо. Из 9 зондов мы выпустили 7, и осталось 2. Надо их приберечь до самой стопроцентной возможной удачи. Двигаемся. Оно уже пересекло дорогу, так что нам надо его обогнать. Черт! В погоне за ураганом. В погоне за ураганом. Фейт, Южная Дакота. Давай чуть на запад, потом назад и на север. Первые 7 выпущенных зондов упали на землю. Осталось всего 2, и нужно действовать наверняка. Надо двигаться. Пытаюсь. Надо обогнать это торнадо, выйти на восходящий поток, чтобы эти зонды втянуло в воронку, и мы получим данные. Можешь, действуй. Погоди. Надо побыстрее шевелиться. Стараюсь. Давай. Чтобы успеть, нам придется лететь. Дорога здесь очень коварная, кстати. Это гравий? Да, очень скользкий. Был дождь, под гравием хлюпает. Плохо. А нам надо спешить. Легче, тормози. Понял. Поосторожней. Понял, мы в хорошей форме. Да, все получится. Все так, как должно, порядок. Порядок. Постой. Остается только выпустить эти зонды внутри торнадо. А оно над нами. Видишь белое? Вижу. Это впереди нас. Мы должны въехать прямо в это. Готовься к перехвату. 84 километра от Байсона, Южная Дакота. Ну что за день? Невероятно. Поразительно. Я еще не видел Мэтта в такой горячке. Здорово завелся. Извините, но такого безумного перехвата я не мог себе даже представить. Когда один гигантский клин на севере от тебя, другой на юге, и они сходятся. Ощущение, лучше бы ты умер. Одно прямо здесь, а другое на гребне холма. Жаль, что нет Тима. Вот еще зонт. Хватай. Поехали. Достань другой. Сегодня мы класс отличников без учителя. Алло? Тим, это Мэтт и Карл. Привет, как проходит день? Мы видели самые поразительные торнадо. Ты бы только представил. Это фантастика. Мы выпустили 2 зонда. Один промахнулся, а другой прошел. Еще бы чуть-чуть. А насколько чуть-чуть? Четверть мили, даже меньше. Жаль, что меня не было с вами. Кстати, отлично, что парни сумели распорядиться без меня. Но как жаль, что не было меня. Жаль, что ты уехал в Вичиту. Паршиво. Паршиво, слабо сказано. Только осторожнее. Большое спасибо. Я еще позвоню. Ладно, пока. Пока. Молодцы, парни. Молодцы. Такого напряжения у нас еще не было никогда. 690 километров от Твистекс-Брейди, Небраска. Мы просто вымотались. Ограничение, которое было на нас наложено, оказалось слишком суровым. Но мы слаженная команда. Мы справились с этим. И так у нас будет всегда. Мы выбрали сегодня территорию подальше от Вортекса, но им своя территория не понравилась. И они явились сюда. А больше ничего нет. И что теперь делать? Сказать конец и по домам? Но ты у нас лучший. Я не могу быть лучшим, если мы будем упускать штормы, которые нам нужны. Не моя вина. Это я знаю. В смысле, не я такой придумал. Я ничего не решаю, это было нам навязано. Брэндон знает, куда надо ехать, причем знает это каждый день.
Но и в «Вортексе» сидят не болваны. Они выбирают тот же объект, а шишки на нас. Я тебя люблю. Я не тебя ругаю, а «Вортекс». А что мы можем сделать? Я согласился на жесткие, драконовские условия, лишь бы наш фильм получил успех. Я знаю, еще будет чудесная торнадо в этом сезоне. Я даже это предчувствую. Я тоже знаю. Но будет больше сложностей, если нам снова придется уходить от шторма. Мы в одной команде, я все понимаю. Я не хочу сдаваться, поскольку у нас есть шанс поймать удачу, несмотря на ограничения. Сезон почти заканчивается, и я хочу закончить его с успехом. Нам осталось совершить всего один перехват. Если только из-за «Вортекса» мы не сумеем выполнить последний перехват, такой дурацкой погони за штормом у нас еще не было. Никак не могу с этим смириться. Добро пожаловать в ТИФ. 486 километров от Фейта, Южная Дакота. Там очень много дождей. Давай же. Готовься к перехвату. Что скажете? Эту пару мы выстрелим в секунду. Ловите большие ветры. Готовься, Крис. Ладно. Это надо сделать. Пожалуй, пустим первым. Давай еще подождем. Почти пора. Готовься. Проедем чуть подальше. Мы уже почти под воронкой. Она прямо над нами. Джоэл, надо тормозить. Это здесь. Готовься? Скажи, когда. Давай. Погоди. Сейчас там просто сумасшедшие ветры. Отлично. Крис, готовься. Стреляй. Стреляй. Куда он полетел? Не знаю. Он уже там. Воронка у земли. Воронка у земли. Мы должны учитывать множество переменных. Но все движется быстро, и времени почти не остается. Еще одну, готовься. Эти зонды наверняка унесло в торнадо. Запускай, Крис. Еще один, стреляй. Думаю, что зонды уже там. Они должны их там выследить. Сейчас они их видят. Да. Парни, вы не обнаружили наши зонды? Вы их отслеживаете? Да, мы их отслеживаем. Они еще в воздухе? Они еще летят или нет? Они в воздухе. Летят. Есть. Они еще в воздухе. Есть. Все верно. Вот номера всех зондов. Видишь их здесь? 9, 5, 4. Да ладно, ты шутишь. Есть. Они в воздухе. Наши последние два зонда действительно залетели в торнадо. Можно было заметить, как они ракеты и летят прямо внутрь воронки. Данные этих зондов окажутся просто бесценными. Мы словно просветим рентгеном торнадо, которая опустилась до земли. Когда остановимся, вернемся назад, попробуем подобрать то, что сумеем. Понял, остановимся здесь, на вершине этого холма. Я весь сезон ждал этого случая. Мы видели несколько торнадо, упустили несколько возможностей, поскольку не было пушки. Мы это сделали. Пришлось изыскать деньги, чтобы установить эти пушки. Но теперь наша мечта осуществилась. Отлично, вы молодцы, прекрасно поработали. Крис, ты выпустил все 9. Мы давно хотели, чтобы к нам отнеслись серьезно. Кажется, мы прекрасно преуспели в нашем деле. Данные, которые Рид получит после этого, заставят прислушаться к тому, что мы делаем. Еще один. Мы получаем информацию, которую даже Vortex 2 не может получить. Вот он. Правильно. Отличная работа. Здорово. Мы нашли 3 зонда, но те, которые реально оказались в торнадо, унесло за несколько километров. Но именно здесь будут по-настоящему ценные данные о тех, что попали в торнадо, которое унесло от нас далеко. Сейчас Джеральд не имеет сигналов с GPS, что не очень приятно, но если мы найдем эти зонды, то получим потрясающие сведения. Пирс, Небраска.
Так. Пиратский флаг из наволочки. Спасибо. Будь мы и вправду рыжими пасынками Джоша Вурмана, пришлось бы смириться с такой репутацией. Прощай, анемометр. Инструменты Джоша на мачте Тива пропали. Мы пока заменяем их, чем можем. Вот какой будет наш новый флаг. Выглядит потрясающе. А машина считалась пропавшей. Мы в законе. Теперь главное не сдаваться. Несмотря на все ограничения, мы должны продолжать свои попытки. Рэпид Сити, Южная Дакота. Вы выследили эти зонды, получили от них хорошие данные? Потрясающих сведений мы не получили. Зонды унесло дальше радиуса действия наших приемников. Где они, мы понятия не имеем. Они вышли из радиуса приема, а раз они за радиусом приема, то где они, мы не знаем. Это тоже неприятно слышать, что мы не получили данных после этого перехвата. А вчера все могло выйти и лучше. Верно. Сезон еще продлится 2 недели. Возможностей у нас будет немного, и напряжение возрастет. Надеюсь на благоприятную погоду. В следующем выпуске. Пушки заряжены, радары работают. И вот он, наш шторм. Весь сезон прошел ради этого финального момента. Это Доминатор. Это Тиф, он за нами. Значит, карты на стол. Сезон закончится с треском. Привет. Тут торнадо шириной в километр. Должны были гудеть сирены. Почему-то не гудят, я не знаю. В укрытие! Торнадо. Боже. Надо падать. Спокойно, тормози. Оно прямо над нами. Это очень плохо. Боже. Надеюсь, что все в подвале. Город разнесло в щепки. Это уж верно. Мы стали свидетелями трагедии. Я просто онемел. Я не могу передать того, что я видел сегодня.